Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим очищающий диетический салат «Метелка». Этот салат прекрасно подходит для разгрузочных дней, а также для тех, кто хочет без особых усилий за 2-3 дня сбросить парочку лишних килограммов. Для приготовления этого салата нам понадобится белокочанная капуста, свекла, морковь, яблоко, лимон и мед. Салат готовится очень легко и очень быстро. Для начала мелко шинкуем капусту. Теперь натираем свеклу, яблоко и морковь. Всех ингредиентов в этом салате должно быть приблизительно поровну. Все продукты складываем в глубокую миску. И хорошенечко все помнем, для того, чтобы овощи выпустили сок. Когда овощи выпустят сок, добавляем в салат столовую ложку меда. Заправляем салат соком лимона. Все хорошенько перемешиваем. Для того, чтобы сбросить пару-тройку килограммов, нужно кушать в течение 3 дней один только салат, но не более 1,5 килограмма в сутки. И пить 2 литра воды каждый день. Если у вас есть какие-либо ограничения по здоровью, то лучше посоветоваться со своим врачом, стоит ли вам проводить такую процедуру очищения организма. Ну, а у меня на этом все. Будьте здоровыми. Всем пока-пока.